Это, к слову, о том, 22 сентября. Снег фигачит. Итак, друзья, не прокатила у нас Волга. Целый день снег с дождем. Сейчас три. Сейчас больше так, к дождю стало. Не усидели, поехали в елки походить. Что за это жопа сейчас получится? Нам убогу известно. Ну что-нибудь получится, если долго мучиться. Да хрен его знает, снег-то может быть и лучше бы было бы. Смотрим. А липучка плохая. Так, у нас два первых сигнала. Давай, что тебе надо убрать? Пуговочка такая прикольная. И рамочек в сохранчике. Только не пойму, 41 или 47. Ну потом будем смотреть. Такая погода, конечно, прикол. Друзья, снимаем короткими перебежками, дабы не залить. Была у Любы пуга гирька целая. И теперь дутая сережечка. Походу серебряная. А, блин, опять зарядил, зараза. Да, это серебро. Ну, может, ветер подул с деревьев. Без перепоночки, но целенькая. Вон гирька. Где она там? Вот. Отлично. Вот и бродим здесь. Уже так недалеко от машины. Очередная монеточка советская. Поздняя. Двушечка. 80. Блин, какой у них сохран. Здесь, да. 83-й годик. Держи. Не трогай лампочку, она потом гаснет. Он же у нас подвисает. Все. Лампа потом погасит сама. Мы его заморозили зимой, тут минус 30. Он теперь у нас чудит. Переместились чуть-чуть в другой лесок. И дали нам копеечку 27-го года. Что-то копеечку. Да, не двушечку. Из-под корней. Еще на часок нас хватит, наверное. Уже мокрый насквозь. Холодно. Роемся на дороге еще пока. У Любы вилка вон сломатая. А у меня копеечка. 24-го годика. Вот она, родимая. Пойдет. Идем по этой дороге. Вот он был накат. Сюда ездили. Поздние советики. У меня сегодня копеечки выпадают. Видишь, в такую погоду я вообще удивился. Дождь чуть-чуть прекратился. Мы, конечно, мокрые. Но довольны. Следующий сигнал. Так вот и идем. Она начинает спускаться. Уже колея здесь особо не проглядывается. Это 3 копейки. Трешка, да? Ох ты, Николаша. Николаевского формата. Так сохран мне интересно. Сохран хороший. Платин. Только он очень грязный. Не три. Вот я рассмотрю. И вы с нами погуляете по холодному, мокрому, но клевому лесу. Не пойму, какой год-то. Ну, потом. Четвертый. По-моему, 1904. Попробуй на камеру. Четверка там вижу. Может, 84, может, 94. Но она вниз-то туда спускается. Дорога. Вообще какая-то странная. Как перечеканка. Не знаю, но он так. Ладно. Забираем. Вышли к реке. Чуть-чуть, вот помните, мы в прошлом ролике лазили, вот дошли до этих завалов под деревья. Дошли, да? Да, вот завалы. Мы с той стороны вот уперлись. Думали, что там, а видимо он тут был. Ну да, тут брод. И тут броды, тут мелко очень. И вот она дорогу уходила. Вот прям прогал. Как интересненько. Видишь? Смотри, мель-то какая. Прям брод, блин. Сапоги-то короткие. Даже в жопе прилегло залезть. Ну ладно, сюда можно потом спуститься будет и дальше пройти. Там... Вот, а мы вон до дна. Вот, мы уперлись, да. А там дальше уже берег и Закатароси, вот куда мы. Спалил место. Ладно. Такая вот красота. А мы в коротких сапогах. Сейчас мы туда не долезем. Почему? У меня брод не лежат в машине. Да тут прикалываешься.
Вот завтра точно температура сляжет. Ладно, оставляем пока. Смотрите, сосны очень старые стоят. Фу, сосны, елки. Сосны. Или сосна? Сосна. Темнеет уже. Смотрите, что нашли. Всем жрать! Коровий колокольчик. Да я знаю, коровий колокольчик. Целый. Даже с этой фигней. Прикольно. Давайте забираем. Уже темнеет, уже ничего не видно. Чувствую, завтра опять сюда полезем. Вылезли из машины. Чуть-чуть, чтобы просохнуть сейчас здесь. По скосу прогуляться. Решили, уже темно на самом деле. Просто камера осветляет. Хоп. Ничего не вижу. Орел вижу. Что за монета? Похоже на полушку. Формата Анны Анны. Вот такое здесь. Ну все, друзья. Мы находились. Мокрые, замерзшие, но довольные. Мы отправляемся отдыхать. Вот, раскладывать особо нечего, но находки были. Нашли спуск к броду, да и сам брод, по которому мы, оказывается, не дошли по реке тогда. Следующая вылазка, по идее, планируется сюда. Ну и идею с Волгой у нас тоже еще не покидает. Время пока есть. Если ты не заболел. Да не должно. Вот. На этом откланиваемся. Всем пока!